Дорогие товарищи, здравствуйте. Октябрь месяц, конец октября. Решил обрезать ежевику. Ну, только сел и мурчало уже на ногах. Я уже его и так, а он все равно лезет и лезет. Ему нравится у меня. Ай-яй-яй. Даже отказался. У него тут подружка появилась. С ним тут вместе живут они. Но ему лучше со мной, потому что я его глажу. Сейчас покажу, ребята, как я буду обрезать ежевику. Посмотревший ролик, один хороший, попробую и сам сделать так же. Наверное, кто-то помнит, я 1 июля снимал ролик про вот этот куст ежевики. Шикарнейший куст, ребята, ну просто сказочный. Но его нужно обрезать, потому что тут кое-что уже не нужно. Нужно обрезать, естественно, все ветви, которые отплодоносили уже. Сейчас я понемножку буду обрезать их, а то сразу все тяжеловато будет. А соседская собачка немножко пустобрех называется. Ну, что сделаешь? Сейчас я буду потихонечку обрезать. Тут у меня... Ну, нормально, куст получается отличный. Тут будет просто сказочный кустик. Конечно, надо было еще летом кое-какие процедуры сделать, но ничего. Вот осталось три веточки, как пишет книжка, толще карандаша, которые на следующий год будут давать урожай. Мурчало, что ты? Гляньте, сколько улиток здесь виноградных уже припрятались потихонечку, зимовать собираются. Ну, сейчас я этот мусор вынесу, конечно. Мурчело контролирует. Сейчас надо еще пообрезать немножко, поприщипывать, как говорится, вот это все барахло. Потому что слишком много, и весной будет слишком тяжело этому кусту потянуть все, что надо. Так что, ребяточки, надеюсь, на следующий год будет ежевичка у нас классная. Все, дорогие мои, удачи вам, всего хорошего, до свидания.